This is the moment. This is the main event moment. This is where history is going to be made. This is where we see if the number one contender dethrones the king of arm wrestling, or will the king continue to reign supreme? It is now my honor to introduce the number one arm wrestler on the planet. He's the king. He is the Georgian Hulk, Levan Sagadishvili. Это старый город, здесь очень добрые люди живут, здесь и армяне живут, и евреи, и русские, и многонациональный такой город, и все мы проживаем так в мире, в согласии. Это мой город. Только в одном городе, нет, в том городе мне такое чувство появилось, что я могу там жить. И это был один Барселона и второй Киев. Вот это два города мне, по ощущению, мне, ну, я могу там жить. А другие нет. Я побывал везде, через неделю уже хотелось уехать. Но это не означает, что это плохие города, просто... Это мой такой ощущение, мои ощущения, короче. Мы сейчас едем к моим друзьям Лаше и Алекса. Ну, Алекса мир армрестлинга знает, у него YouTube-канал Georgian Arm Wrestling. И у него дома устроен такой маленький зал, где мы так по-дружески так собираемся, тренируемся. Разговариваем. Так и планировал? Нет. Короче, это секретная база. Добро пожаловать. Здесь создается сила. В этом маленьком комнате. Нету отопления, ничего нету. Летом
Жарко. Зато есть сердце. В зиме холодно. Самое главное. У тебя подготовка к этому поединку так же, как и всем, ко всем остальным? Да. Как и всем. Пахать до смерти. До последнего дыхания. А ванки и давлю хора. Ну, думаю, до 5 февраля буду тренироваться. Потом уже начну немножко сбавливаться. И ты там неделю буду отдыхать. А змеи все. Чтобы хорошо отдохнуть, потому что подготовка получится очень долгая. И надо восстановиться. Тогда сунется тяжело. Вот сейчас за день тренировался, и сегодня уже чувствую, что не восстановлен. Уже один день уже не хватает, чтобы восстановиться. Вот сейчас последняя неделя уже буду, я думаю, что сделаю все. Так и веса, что планировал. На кисти есть немножко была проблема, немножко, но уже нету. Немножко побаловал. Я думаю, что это и больших нагрузок у меня. На связках очень большой нагрузка приходит. Комментарий, что вот не сделали ремонт. Вы тренируетесь, нет у вас нормального что зала. Что это такое? Ну, если вот что за зал? Сейчас я тренируюсь вообще в лучшем зале вообще в Грузии. Может, и вам я показываю вообще лучший зал этот, где я тренируюсь, чем Champions Academy. Итак, вообще здесь в любом зале для меня нет проблем, чтобы прийти по тренироваться, у меня здесь все так, ну, платить мне не надо, нельзя так. Ну, бесплатно. Но здесь другая атмосфера, еще и специфические тренировки здесь. Можем такие тренировки делать, что в обычном зале не сделаешь. И такая дружеская атмосфера, где можем поговорить, тренироваться, вместе провести время. Еще и такая атмосфера другую силу дает такое. Комфорт, когда ты в комфорте тренируешься, иногда это тебя расслабляет немножко. А такая атмосфера более такой жесткий, суровый. Тогда мне было 15 лет. И летом с моей семьей мы поехали в Манглиси. Это такое место в Грузии, там очень хороший это воздух. И я где-то 3 месяца там был. И когда я приехал, где-то не знаю, сколько сантиметров я прибавил, но когда я уехал, я в школе был в своем классе был практически самым низким, а когда приехал, уже был самым высоким. И это такой быстрый рост получился. То, что я руками, что я такой массивный, я похож на своего деда. Это я еще только дома начал тренироваться. Это там мне 19 лет. И весишь ты где-то килограммов 90, да? Не, 85 или 80, вот так.
там у меня был дома этот штанга 28 килограммов. Я качался. Жил делал на скамейках. Когда я только начал тренировки, мой тренер сказал, что мне понадобится 5 лет, чтобы выиграть чемпионат мира. Точно прошло 5 лет, и я выиграл чемпионат мира. Здесь, это я помню, это 2012, я здесь уже в армии был. Я, походу, в армии служил. Здесь я 100, в армии я был 105-110 килограммов. Здесь я уже чемпион мира. Это 2014 или 2015, вот так. Там я где-то 120, наверное, вот так. Все пошло не так быстро, потому что первые годы я не очень серьезно относился. И трудно было для меня, потому что я работал, и тренировался, и ситуация в Грузии по армрестлингу была очень плохо, потому что на чемпионат мира, на чемпионат Европы люди летали на свои деньги, не было никаких премий. Я на турнире увидел первый раз этот стол для армрестлинга. Я без стола тренировался, а все равно не увидел стол. Я с моим тренером на скамейке там боролись, что-то меня учил. Ну, я выступал на чемпионат Грузии, там нормально выступал, всегда был или второй, или третий. Потом уже я пошел в армию. Вот в армию уже, когда пошел, я там выиграл мировую олимпиаду по полицейским и по пожарным. Вот мировую олимпиаду я ехал в Белфаст, тогда мы поехали. Я там взял 2 это, золота. Вот оттуда у меня появились какие-то деньги. И уже тогда, когда я закончил армию, за эти немножко денег я уже спонсировал себя и уже серьезно занялся армрестлингом. И тогда я вторым стал на чемпионате Европы в Баку, а потом уже играл мир. Я 130 килограммов, когда я весил 130, я был очень большой. Даже 140. Вот уже, а когда я 160 стал, уже немножко, это, как это сказать, жир пошло. А до этого 130, 140, 150, я очень так сухой был. Я почему-то подумал, что только на правую руку будешь делать, потому что ты говорил, что с левой не очень. Но ты ее тоже тренируешь, да? Да, но легкие веса делаю на левое. А плечо, может, и пройдет. Надо лечить плечо. А вот эта травма, не знаю. Прогресс есть, но не такой, чтобы бороться. Очень быстро устают. Вот, может, один раунд могу бороться и выиграть, например, да? Например, тот же Сирак не могу бороться. А уже, чтобы второй раунд сделать, сразу устает, вообще на ноль сходит. Это тоже есть, что на левую не делают все равно. Если делают, но не считается это левая такой значимой, как правая на больше такое. На втором плане, короче, левая рука. Ну, левая у меня была очень хорошая. Я левую за сколько, за 10 лет или... 2014 выиграл мир, направленную на левую.
И от 2014 до сегодняшнего дня Лев проиграл только один раз. До 2018 я боролся на Левую. Потом была подготовка на Дениса. И Денис тоже травмировался. Ему проблемы были, я тоже там травмировался. Вот это 37. Здесь, знаешь, как веса непонятные. Он говорит мне 100, потом оказывается, что это 107. Он говорит 115, потом оказывается, что это 125. Но однажды я сделал, а мне говорит, я думал, что это 90. Ты думал, что 90? Я думал, что это 90. Ну, так, тяжело пошло, но я не был доволен. Потом он долго об этом так думал. Потом вот Алекс сделал видео, он меня снимал. И там посчитали, оказывается, что там 115 было, а не 90. Почти одинаково. Гарри Памбе. Вы что, я не могу быть? О, не хочу, Гарри Вьехал, ты пусть волос требует, Гарри. Не хочу им сагать, о, Гарри, теперь не знаю, вам донес. Приседания я практически никогда не делал. Мой максимум был 160 килограммов. Становую я делал, у меня был максимум 260. Но понял, что для армрестлинга это плохо работает на кисти. Ну, по крайней мере, для меня плохо работал. И я остановил это делать. А рекорды у меня... Ну, я специфические упражнения делаю. Кист 100 килограммов, 90 килограммов на кист 4 раза. Этот пронатор 100 килограммов, пальцы 72 килограмма. Двумя руками, после того, как я травмировал левую руку, я больше не делаю это. Сейчас только несколько недель назад сделал 142, но узким ходом. А так я помню, я сделал 140 на 3. Плечи, штанги, вот так 180. Я просто люблю это упражнение. И когда я готовлюсь, если я поднимаю много, я чувствую себя увереннее. И так я замеряю свою физическую силу, в каком я форме. Для кого-то работает, для кого-то не работает. Но армрестлинг вот такой спорт, что надо понять, что на тебе работает. Например, кто-то делает жим лежа и понимает, что на него это вообще не действует. А наоборот, когда не делает, лучше борется. Очень индивидуальный спорт, и очень трудно в этом спорте быть тренером, потому что если я буду учить кого-то тренироваться, как я тренируюсь, может, это не будет работать на него. Так что такой спорт, что все должны для себя понять, какие упражнения для него хорошо. О, мой Бог! 13 and a quarter. It's 19 and a half inches. Ready, go. Come on, Larry. There you go. Come on, LeVon. Let's go. Fuck you. This is unbelievable. Come on, don't give up, Larry. Дубай мне нравится, но долго там тяжело, знаешь. Вот на неделю приехать хорошо, а так на месяц быть там немножко для меня трудно. Потому что жарко, еда не такая, как я привык, все дорого очень.
И я очень люблю природу, и там природы нет. И это очень... Знаешь, когда я привык, что я выхожу, и там деревья, там что-то, ну, природа, а там только бетон, бетон, песок, бетон, песок, бетон, и все. Мне больше помог, когда я первый раз за вот эту неделю там был, вот это было супер. Вот когда Майкл тот там был. He's giving me so much. He definitely was. Now he's gonna take. He took it back with just side pressure. Как бомба вот так на соцмедиях так сорвался. Ну, большое спасибо Ларри Вурсу от меня и от всего армрестлинга, потому что я думаю, что это его заслуга, что вот сейчас армрестлинг на другой уровень вышел, ну, узнаваемости в мире. Все заинтересовались и все смотрят арм. Спасибо за, ну, за это, потому что у нас был этот минус, что не так много людей не смотрел этот спорт. И в мире не так популярный был. Еще очень хорошую работу делает Девон Ларат, потому что он привлекает еще много зрителей в этом спорте. Он очень харизматичный человек. Людям нравится на него смотреть. Ну, я думаю, что немножко я тоже что-то сделаю для армрестлинга, чтобы еще много людей заинтересоваться этого спорта. İki dik ben çayıklarım. Kadarım hemen içmeye kanaklı bir tane değil misiniz? Yüz bonu. Eyvah. Yavuş. Tutku yok. Tutku şimdi de Hala hala. Tutku yok. Tutku da var beni. Uka o beyi tikuyla da gidiyorsa orikuyla ha problema. Вроде как ты в двух фильмах снялся на данный момент, да? Или уже больше? Да, несколько фильмов снялся. Вот в Грузии два фильма. Еще один такой арабский фильм. Британский арабский фильм. И еще вот этот Extraction 2 Netflix. Летом выйдет, как я знаю. Летом будет. Это в Грузии снимался этот фильм, и я сотрудничал с этой студией, кто это снимали, сразу мне позвонили, знали, что я, мне нравится это, съемки в фильмах и все такое, позвонили, я согласился. Это мы снимали, когда я готовился на Кедиргане у Нарбаева. И там помню, что трудно была подготовка, потому что это было за месяц этой съемки. На матч за месяц. И, месяц я вообще не тренировался, потому что у нас были съемки. И так получилось, что
практически неподготовленный поехал. Но все равно выиграл, потому что намного больше я бил, чем Китрикали. Чисто масса выиграл. Там хорошие кадры были, но когда я увидел фильм, там вырезали очень много. И вообще, я не этот... Я недоволен, потому что так все появляется вот так. Еще там звук какой-то, странный звук на меня положили. У меня был два текста там, я выхожу, что-то говорю там, а это тоже вырезали. Много чего там вырезали. Так получится, что я просто очень быстро появляюсь и умираю. Вот, вот трое, да, это вот длится очень долго, да, этот выходит там текст сюда, а здесь просто пам и все. Так-то очень быстро и неинтересно. Да, это большой труд, конечно. Очень большой труд, но мне нравится все это. Подготовка, вот сам съемки вообще. Когда не снимаюсь, немножко уже ностальгия приходит и хочется. А сейчас уже, что на Netflix снимался, это вообще другой уровень, конечно, вообще супер. Я там больше 2 месяца были. Большой опыт. А вот с Крисом это где съемки были? Крисом это в Вене были. В Вене снимались, это такой кадры, большая перестрелка, короче, у нас. И Крис меня реально ранил в плечо. Слушай, ну про Криса же все говорят, что он в очень крутой физической форме. Это правда? Да, я с ним говорил. Он очень высокий такой, атлетичный, в хорошей форме. Он мне говорит, что у него армрестлинг не получается, потому что кисть у него слабая. Немножко научил, как бороться. Очень хороший парень. У него нет этого звездного болезни, он очень такой хороший чувак. Когда меня на ролл это ставили, но он тоже, так это сказать, преминал это решение на ролл меня представить или не представить. Очень спасибо Крису. И когда у нас были съемки, там практически все знали про матч, мой матч с Теваном. И все так очень хорошо. Как я понял, все болели за Девана, но лицом мне не говорили. Не рисковали. Про это обычно не спрашивают, потому что это не наше дело. Но вот я тебя так про гонорар спрошу. Это больше, чем ты получаешь за армфайты или меньше? Вот. Не, я за Стевана. Так получится, что я 2 раза больше получил, чем за фильм. Ну, если бы я был актером, конечно же, мне больше платили бы, но я поехал там как не этот актер. Ну, нормально платили. Слушай, ну вот сейчас завирусилась твоя фотография, которую ты в отражении в окне сделал. Такая страшная. Я думаю, Эрмесу она не понравилась. Да, он сразу мне написал. Биг бомбино.
Ну, знаешь, это в обычном цикле я снял это отражение намного увеличивает, да? Как это так? Прикольно. Я просто поел, встал, так посмотрел, увидел себя и думаю, когда... Классно выгляжу так. Большой сразу. Ну, я не такой большой. Ты же видишь, что я не такой большой. А ты не большой. Интересно, я долго не замерял руку. Думаешь, сколько будет? Ну, 60 плюс, да? Ну, здесь немножко это... пампик сделан. 30 бицепс. Чем отрезали? Ты не знаешь, если не узнал. Не одевшись где? 63. Сейчас. Вот здесь 63. 63, нормально. Я один раз где-то 2 недели назад здесь пришел, потренировались. Я замерил, у меня 65 был. Я такой в шоке был. Не знаю, почему, что со мной там так давило. 65 пиздец. Ну вот 190 килограммов это самый тяжелый он? Да, сейчас да. Это самый тяжелый. Я пытался немножко скинуться. Но не получается. Пил L-карнитин. Немножко из... едой что-то не слишком ел, но все равно, не знаю, вес не выходит. Немножко подсушился, но вес тот же. Но я думаю, что мышцы выросли, из-за этого вес остался тот же. Да, ну, 63 это, значит, мне надо бодибилдинг пойти. Просто бодибилдинг выше этого. Ну этот, есть этот со шортами, что выходит, Men's Physique. Выхожу с шортами на рисование пальмы там, пляж, шлопанцами так веду. Bambino, why you don't February. Yeah. But where? Why you used to? Dubai. Why? You complete Dubai? Я знаю, что вот скоро уже буду с ним бороться, потому что да, был проигрыш с Алекс Курдечем, но остальное всех очень хорошо выиграл. Он выиграл Геннадий, выиграл Чейфи, еще этого канадца выиграл. Много выигрышей у него. Достойный соперник. И опасный. Такой итальянский гладиатор. Но при этом, слушай, он сам себя опасным именно в этом противостоянии не считает. Он говорит, если я просто Левана в первом раунде удержу, хоть чуть-чуть, уже праздник у меня будет на улице в Италии. Ну, я думаю, что это психологически он пытается меня это, чтобы я расслабился. Думаю, что он это, реально это, так это думает. Это реально праздник. Поверьте мне. Это реально праздник. Мара Леван. Есть у Эрмеса шансы против Левана? Не-не. Вообще. Такой шанс нет. У кого есть шансы против Левана? Никто. Есть, конечно, много ребят есть хорошие. Но я на всех очень серьезно готовлюсь. Самый большой плюс, я думаю, что вот это у меня, что я
на подготовку все делаю для того, чтобы прийти в хорошей форме. Вот ребята борются очень часто. Я тоже боролся часто очень. Когда я дошел до уровня того, чтобы я уже сам выбираю, когда мне бороться, вот этот комфорт у меня есть. Было время, что вот на чемпионат мира боролся. Потом за 20, потом за 20 дней у меня был вендетта с Трубином, и вот так очень часто боролся. В таком темпе уже не боролся, потому что надо сохранить здоровье, чтобы долго быть в этом спорте. Я могу, например, отдать один раунд не Эрмесу, ну, любому, но как-то это уже внутри меня, вот этот, что я, у меня, как это сказать, ноль проигрыша, это психологически, я думаю, это не будет хорошо, потому что вот этот ноль на меня очень действует. И как, у спортсменов есть такие, как это сказать, привычки, или точно знаю, что я бы отдал один раунд Джону, если бы мы когда-нибудь встретимся, если он меня не выиграет. А так Эрмесу, если Эрмесу шанс, я думаю, что шанс, конечно, есть. Я уверен в своей победе, но Эрмес очень-очень опасный соперник, очень опасный. И я думаю, что для меня наиболее опасный сейчас практически никого нет. Еще у него нет психологической нагрузки, для него не проблема проиграться, и он такой свободный, нету этой нагрузки психологической. А соперники у меня очень много, тот же в Грузии очень хорошие ребята, я чувствую, что они так на пятки мне, когда я ухожу наверх, так разбираются они тоже, не отступают, так что есть хорошие соперники в мире, в Грузии, сейчас в России тоже новые лица появились, вот тот же Заур. Я думаю, что наша встреча все равно будет, он до меня дойдет и не дойдет, потому что интерес есть публике. Ну, я думаю, что ему надо с кем-то побороться, вот именно шесть раундов этого поединка. Турнир, это понятно, но это другой. Я видел, как Заур спарринговал с Цыпленковым. И не знаю, кто как увидел, но я увидел, что Цыпленков сейчас лучше. Потому что как только Цыпленков его остановил, Саур уже не мог ничего сделать. Да, понятно, что после соревнований это было и все такое, но когда у тебя претензия, что ты можешь быть самым лучшим в мире, ты должен Дениса выигрывать. Вот сейчас поборются Джон и Денис, и там еще видно будет, на каком уровне, вот, например, Денис. Короче, надо бороться. Надо выступать. Не знаю, как получится сейчас. Какая ситуация в мире, все знаем. В любом случае, удачи всем. Я здесь никуда не выхожу. И с любимыми с удовольствием поборюсь. Кто дойдет до меня. Это 22. Сейчас я разогреюсь. Да, я люблю пискачаться. Как обычно, рукоборцы большинство не любят пискачаться.
Не знаю почему, я люблю. Это было кисть в хорошей форме. Супер. Сейчас еще немножко солнце и не так прохладно. А так еще больше прохладно бывает. Просто я здесь могу потрениться. Потом я прихожу. А так немножко опасно здесь, потому что когда холодно, мышцы хорошо не разогреваются, и риск есть, чтобы получить травму. Вот если бы взять идеальную часть ситуации, вот как раз за столом стоишь, с кем бы вот ты сейчас с другой стороны поборолся? Вот... Ну, я хочу с Денисом побороться, я уже много лет говорю. Как-то у нас не получился побороться. Все хотят этого поединка. Мне нужен этот поединок. Я знаю, что Денис тоже нужен. Я думаю, что это будет для рестлинга большой, еще один большой событие в истории. И когда я начинал бороться, Денис уже был звездой, для меня был примером, как спортсмен. Не хочется с ним постоять за столом. Мне и с Джоном хочется, но у нас не одинаковые так весовые категории. Если бы я весил еще 130-140, еще можно было бы я. Когда я 190, и человек 100 килограмм, 105 уже, знаешь, как-то неправильно с моей стороны. Еще и возраст у него большой. Так, неправильно видит. Если бы я сейчас его вот так вызывал, что давай, Джон, поборемся. Я считаю, что Денису не нужно никого, ну, не надо ему что-то доказывать, потому что он и так легендарный спортсмен. Доказывать Денису не нужно, но в том ситуации, что сейчас Денис, что у него были проблемы со здоровьем, что у него была большая пауза, я знаю, ему для себя надо как-то этапно подниматься. Вот сейчас Джон, потом еще кто-нибудь, наверное, на третьем, на четвертом этапе уже, я думаю, что можно уже стопами бороться. Тот же сейчас Демон хочет с Денисом побороться, уже говорит об этом. Я думаю, что отличный был матч, если вот Демон не... Денис поборолись, и если Денис выиграет, уже потом со мной классно получился вот так. Я думаю, что придет время с Зауром, с Денисом, и со всеми поборюсь. Мне 34 года, я думаю, я надеюсь, что здоровье позволит, и еще вот, 10-15 лет еще буду в спорте, в активном спорте. Если Джон 58 так борется, почему нет? Это максимальный вес будет у тебя сегодня? Сегодня, наверное, да. Посмотрим. Наверное. Это сколько? Это 70-72. А рекорд у тебя в таком движении? 100. 101 раз. И до 94 раз. То есть, надо дойти до писи. До меня. Не двери, Кайя! Вот там! Все надо, я выйду до имени. Сокурил. Ох, на самом деле, на пусах. Больше в мире кто-то делает в этом движении? Никто. Не думаю. Так, делают, как он делает, никто. Я делаю вот так. Вот так делаю, вот так у меня, вот так. А иногда ребята вот так делают, вот так. Это другое, это другое, это другое. Ну, наклон, когда наклон трудно делать, вот так, когда вот так, намного легче.
немножко по-другому целаешь, и все, уже другое движение выходит. Вот так целаешь другое. Вот немножко вот это вот так сделаешь, это уже другое. Другое это. Да. Это вот. Вот это уже другое. Вот так другое, вот так другое. И маленькие нюансы, но большой разницы. Еще много делают вот так. Это помогает. Ногой помогает, это тоже получается другое. Ну я всегда стараюсь все чисто делать. Потому что когда чисто делаешь и привыкаешь к этому, уже за столом. Да, уже за столом дает это. Ну, за столом это ощущаешь. И преимущество дает. Как это делать? Ну, вообще, самое главное, что не обманывать себя. Что мы не можем подняться, мы должны сказать что себе, что вот мы не можем это подняться, и надо работать меньше веса. И не надо себя обманывать и пытаться что-то такое поднять, что ты не можешь. Может, ты поднимешь это, но вообще не чисто поднимешь это. Это в плюс вообще не пойдет. Лучше работать с меньшим весом и делать чисто. Психологически немножко сложно, да, потому что готовиться на матч, шестираундный матч, для того, чтобы выиграть 6-0, это другое. И готовиться просто выиграть, это большая разница. Сейчас так получается, что я готовлюсь всегда на 6-0. И если я выиграю, например, 5-1 или 4-2, это для меня будет минус. Это, да, наверное, моя вина, потому что я уже всех так приучил, что все ждут, что я выиграю 6-0. Если я выиграю 4-2, например, все скажут, что вот Леван, так будут разговаривать, что Леван проиграл. Реально я выиграл, но, например, когда я выиграл Лалетина вот, в первом раунде, мы немножко боролись, я выиграл 6-0, но люди говорили, что вот так, немножко не хватило, чтобы Лалетин его выиграл. Да. Счет был 6-0. А представь, если будет это 5-1, 4-2 или что-то вот так, или 4-3. Вообще. Тогда. Go.
hard. That's what I'm saying. Ну, я, когда тренируюсь, когда просто боремся, у меня нет этого. Я тоже такой добрый. Я всегда отдаю руку, отдаю плюсы, а из минуса пытаюсь бороться. У меня нет старта, я не агрессивный, но... Когда у меня соревнования, я очень такой... Я настрой такой, что вот я выхожу, и чтобы меня выиграть, соперник должен меня убить, наверное, вот так. Я выхожу как на войне, вот, на 100% для того, чтобы бороться. У меня очень такой настрой боевой. Со столом надо быть очень агрессивным и таким взрывным. И надо бороться. Это борьба, это такой спорт, что не надо ничего отдавать сопернику, ни миллиметра. Отдаешь и все, пройдешь. В интервью правда была, когда ты сказал, что ты со временем стал таким большим, что когда родители заходили в комнату и не знали, что ты там, они пугались? А, да. Иногда тоже. Моя мама постоянно пугается. Все, кому-то есть. Вот и будь вахит. Угу. 54. А ты варла? Он уже тут хоть, да? Угу. А тара? Он хорош, все. Он уже тут хоть, да? Он уже тут хоть, да? Он уже тут хоть, да? Это самый, да, сам бицепс. 54. Двадцать восемь половина.
Надо расти. Я еще маленький. Еще надо расти. Сейчас помоговать уже не надо. Нет, хватит. Это традиционное грузинское блюдо. Вкусное. Которое мы все очень любим. И которое я всем советую, чтобы попробовать. Один раз попробуешь, все. Потом всегда хочется. Я думаю, что где-то в другом стране мне сложно будет подготовиться. Потому что для меня дом, моя семья, мои друзья – это самое главное. И когда я здесь, я себя хорошо чувствую, и подготовка тоже хорошо идет. Конечно, не спагетти, но... Правильно есть хинкали, надо руками есть. Это вилку не надо использовать. Только руками. Нет, да. Мы у нас как экстренные хальши марчим. Я много не ем. Где-то от 10 до 15 вот там ем. Но однажды было 26. Съел 26. А так много не ем. Ну, для моих габаритов нет. Ваша намного много есть, чем я. Просто сейчас он не в форме, у него был вирус. И после вируса как-то не в форме. А так, а ты сам?
I'm feel good, super mega strong, unbelievable. I'm here to win, but I never to lose. I have nothing to lose, and the pressure is only on Levan. I will do my best. If I win one round, I'm very happy. If I stomp him, I'm very happy. If I win, I'm very happy. I want to win. It is 6-0. Or two, or I think for me it is best win. I improve, I'm more confident with myself because I won with Chefi 3-0 and Chefi is super mega strong and is a very big result for me this. And now I'm a little bit more confident to my chef. This is the moment. This is the main event moment. This is where history is going to be made. This is where we see if the number one contender dethrones the king of arm wrestling, or will the king continue to reign supreme? It is my honor to introduce, all the way from Italy, the gladiator, Hermes Gasparini! Hermes Gasparini, the gladiator. He has a tough challenge in front of him, but he is more than ready. He has a lot of that Italian confidence. He has nothing but believe in himself, believing he can take down the king, believing he can be the number one guy. Hermes Gasparini. He's been on a mission, and this is the moment his life has been going for. The gladiator is at the table, and history awaits for him. It is now my honor to introduce the number one arm wrestler on the planet. He is the king. He is the Georgian Hulk, Levan Sagadishvili! Hello.
Ladies and gentlemen, the king himself, the Georgian Hulk, Levan Saginashvili is right here. He's the most calmest guy you will ever meet outside arm wrestling table. But when he gets here, he is pure fury. He is ready to destroy. He has vowed to never lose a single round. It is main event madness here at King of the Table. The Georgian Hulk is ready. Hermes wants this. He didn't want to make eye contact with anyone in the crowd. He didn't want to talk to anyone, even saw the cameraman. 188 kilos of 63 centimeter bicep. That's ridiculous. That's how tall I am. Yeah, that's as wide as a car door. Wow, I'm so excited. I can't wait. A lot of focus. The first round will tell the story. Here we go. I'm a little uncomfortable. Ready to go? Hey. Round one is upon us. There's let's see how we Hermes go. Looks extremely confident, extremely good. He's got it there, ladies and gentlemen. It's okay. Load it up. Here we go. Rotation. Rotation. Yeah, he's got more rotation. His turn. We are seeing arm wrestling history in making. Is Levan human? Is he human? I cannot believe. It's too early to tell. Oh. It's too early to tell. Hermes getting a stop. That moment will be forever remembered in history of arm wrestling. I always think when someone is facing Levan to beat him or at least to expose him to some bad position, you have to do it in round number one. He gets better the longer this match goes, or all the other matches have went. Let's see if that is still the case. See how it goes here. I've just got to try and sit down. And we'll build this one up. Round two, the heavy breathing from Levan. Now there's the hit there. And we're back into a slip. Levan's hand looking solid. Good. The crowd are losing it. This is what we need. Atmosphere from the space in Dubai. Now you can see how Levan's hand is really deep into that setup. He's going to try and wrap around him and just dump all of that 188 bugger off kilos to have it all there. And Hermes just looking to hit that top roll. Can he get a stop? Or we did say that round number one would determine everything. But right now, we are in round number two. The strap is being applied. This is a contested match. The king is still alive and still unbeaten. Round number two, we are ready. We're setting up. Levan looks extremely confident. Rotates the camera. Rotation. Yep, I got it. Yeah, the nerves from Hermes. Can he get a stop? Wants to get the stop. There's the hit. And he gets another stop. But Levan looks in full control. He's just staring into his soul. And ladies and gentlemen, I think we have a new top row king. Yes, there, but well, just in that second surge, Levan folded Hermes' wrist back like a third grade love letter. Levan still remaining king in round number two. We've got maximum peak in Hermes Gasparini. This is, oh, wow. Hermes has been really good right now. He's doing exactly what he needed to do to show that the king can be stopped. Levan now is in full control. He's got two pins out of the way. Now Levan is just looking solid. Two buffaloes ready to lock horns again in round number three. Has Hermes got anything left in the tank? Round number three. Let's see if there's another slip, because that's what Hermes wants. Levan can finish the match without the strap. He
Hermes is going for that referee's grip, because that could change some things. He will get a little different position, maybe more uncomfortable. Now it's, oh, the crowd is cheering Hermes. Risk. They're loving it. There it is. Yeah, and a stop and on the straps. Out of the center, trying to hold on, trying to hold on. Elbow foul for Levan. Did you see the drive from Levan? And somehow, outside of straps, they are going to rip your nice chin. He is absolutely Matt Benatar right now. Look, Herbies is all fired up. It is so good in this match. This is main event. Everyone, 100% of the arm wrestling community, besides Herbie Sword, he'd come in. Levan would dominate. It would be all over. But Herbie. We have a match. We absolutely have a match. Ready? Hermes grips. And he's done it again. Oh. My friend, there's an elbow fall for Hermes. There's the hit. And there's the slip. There's the slip. We see so much Italian as Georgian fans in the audience. This is not only personal, this is the pride. This is the moment. Both of these guys don't want to give anything away. And we see a real match happening right here. This is passion. This is why people train all day, every day to become the best in the world. This means so much to both athletes. The legacy of Levan to never being pinned. He's holding on to that. So pressure could be building. But the passion from the gladiator. He's got his shield up. He's got his helmet on. And he has gone into battle. In round number three, we have Hermes completely focused on the mission as well as Levan Saganashvili. Hermes is lopping down as much as he could. Hermes gets position. Defense. Levan stands up. Hermes is still defending! We are in the match! He's going to the match! He's going to the match! He's still holding! Almost pulled back! Hermes is still telling Levan to get up! Get up! Going for the cover! Yes! Keep getting it! Oh my god! Oh my god! It's coming! It is coming! It's coming! Hermes, hold on! We are in a stunning match. Hermes showing that connective tissue, showing that he has the power. And a bit of a, I think we had a bit of a professional foul there. Elbow foul for Hermes. You think those two are tired? Check us out in the comments. Oh my God. Hey, we are in a match. Oh. Hermes is still alive. Levan is getting tested. There's so much background noise. It's Georgian and Italian only. This is insane. We're only in round three, my friend. We are only in round three. Hey, this is quality, my friend. And both athletes, as you can hear the crowd, both athletes are still showing composure. King of the Table 6, you have delivered in your main event. Hermes on the left. This is exactly what the day hasn't gone better than we could expected it. We didn't want this to be 6-0 and boring matches. First we saw Sabin versus Pablo 4-2. John versus Dennis was probably the best 6-0 match we have ever seen. Amen. And now Hermes is still in a fight. There's still a lot of fight in that dog. There is belief. Here we go. Round number three. Ready, bang! And the hit has happened and another stop. And it's dead wrist press. Hermes is holding on with dead wrist press. Not in the best position, but still there. Levan is climbing. Levan is trying to get better position, but can't finish. Oh my God! A second elbow ball for Levan. We have the silver thorn on elbow fell. Here we go. This is something we have never seen with Levan in a super match. Struggle to get a pin. It's just lost for words, eh? Look, we've got two elbow fouls each. If there is another elbow foul from Levan, we will see something very weird on a scoreboard, Ray, and that is a one on the other side. Round number three. I can't believe we're still in. There's the hit and the drive. Ooh. Okay, flash pin.
Levan looks very relieved. Took the hand, took the pin, got the jump on it. Saves himself. Levan is looking, for a man of his size, he's looking extremely good. He said he felt healthy. Yeah. He said he felt really good. He's not even that tired, you know. I have seen him being more and more tired. And these were his toughest matches that he has pulled in a very, very long time. Bill Collins, Tim Talmadge doing an incredible job here. The pressure to have these guys as the crowd now build up. They know they are witnessing something special. Let's see who has better gas tank at this point. Let's see if Irma still has hand, and let's see if Levan can finish these matches. The side pressure and or back pressure. See if he can get to the strap. Levan has the better hand at this point. Look at the size of that hand. Look how low he is on Ermis's wrist. He's in the middle of his forearm. He's really attaching that wrist. He wants that fourth flash pin. He wants it over now. Where is he going? Oh, he got the slip. Van pulls it pin. Traps. Here we go. We are up and about here. Everyone is so excited. This is the moment of truth. Ermis wants to win this. And he has to win this. But there's no going back. Buckle slide on Ermis. Can he really hit it? You can hear the chants, the roars, the commands from the crowd. There's the hit. There's the pin. Davan Saganashvili. He is impressive. The amount of endurance this man has for his size. He's looking better each round. I feel like Ermis has gassed out, 4-0, he takes the victory. Will we see two more rounds? A quick congratulations to Levan. He is 4-0 up, but there's still two rounds. That super match. Levan got so much respect for Ermis now. He did what no man has done in a long time. Is the end? Right, down. We'll see how it goes. Round 5 in your main event. Can Levan keep this out of the strap? That's the real question right now. Here we go. And there's the hit. Straight into the slips. Okay. Shoulder. It is an elbow foul. So we'll see how we go. What? How is Ermis's hand still alive? No one is wasting any energy. No talking with referees. No nothing. Just focusing on the mission ahead. Let's see where Levan goes right now. He's both of them setting up for a top roll. Ermis tries to go hard, tries to pull it out of position, get in good, a better position. Snark. Nice. The wrist folds. Wrist goes. The drive is happening, but he's held on. He's held on. The climb is happening on their arms. He's just now rocking. He's blocking the transition to a press for Levan. Blocking the transition for the press. Giving his all. All Levan needs to do, just wait out, stretch the bicep out, get the pronator. Oh, the transition trying to come in there. Oh, he's what? Elbow fall. He can't. Oh my God. Ermis's elbow is so impressive. We've been impressed by his hand for forever, but I never knew his elbow was insane. That was made out of pure titanium. Was a beastick away from the pad and somehow held on and just almost rocked Levan to sleep, getting it to his side of the table. Caught him. Let's see if Levan still can hold the back pressure and the side pressure and explode from the start. Yeah, here we go. Round 5 in your main event. Bang! And he stopped him once again. His knuckles have held on for dear life.
and he's trying to get that shoulder across. Here we go. The rock is happening. He's rocking him back and forth. Here we go. It's happening now. Can he drive in and get a pin? Coach Ray, check this in. Oh my God, we are in for a match. There's a good chance Hermes will survive this and pin him. He, as soon as Lemon stands up, another elbow roll. Two fouls. This is amazing. We are seeing Armislink history. I think when you're holding as much and you're just getting muscle failure. If we all had hats in here, we'd be taking it off. These two men should stand up and take a bow. The whole arm wrestling world will be respecting them. How much heart does Hermes have? This is insane. Hermes is just such an impressive arm wrestler. Levan looking pretty tired, looking a bit out of oxygen. But of course, he is a machine. He is the Hulk. He will be able to still smash. But there is pressure. I'm not sure why Bill now is not bringing him back to the table. Maybe this is it. Maybe it's 4-0. Maybe. Oh, wow. We have oxygen going in here. So it really is that bad. Well, we're wishing Levan all the best at the moment. Okay, so Levan needs some oxygen here. Now, this is just showing how much he put into it. Now, Levan is saying he doesn't want to pull. For me, it's a weird thing because it's, if it's a six round super match and after four rounds it's 4-0, there's a chance you could, because you're always risking injury. It's always cool if you can pull more. As an arm wrestler, I can say that pulling two more rounds after you have already won, it is weird. Of course, for Hermes, he still wants to prove something. He still wants this match to go on. He believes right now he has the edge. Right now, of course, you wouldn't want anyone to risk an injury or some health risks or anything. And these are big boys. Arm wrestling can be a sprint and it can be marathon. And right now, this is 42 kilometers for both of them. If Levan doesn't want to risk anything, they should just stop the match. All in all, this has been probably the best heavyweight match versus Levan we have ever seen. This is pretty much insane. Insane. That is just something else. So I've got referee Bill Collins here. Bill, do you just want to explain to everyone what the final decision is and how we come about it? Yeah, thanks, Oz. As the rules are written in KOT 6, this is a six-round event for each super match. Levan can no longer continue. Levan's won four matches. Hermes wins two. For this match here, winner, Levan, for the championship. Beautiful, thank you. That is history. We spoke about it. We spoke that history was going to be made. For the first time in Supermatch history for Levan Saganishvili, there's another number on the other side, and it's two. Levan has put everything on the table, and that's why he's the king and reigns supreme. This has been King of the Table 6, and we will see you at King of the Table 7. Эхо года уже мерешу аж чаудгем, миди. Эти ори сами. Эхла эсэ. Вэца, эрт сами ти. Эрт сами ти наша. Вэчи рогу не дагалась. Сюро, доне. Ай, хави там пухо, бага. Джерри. Джерри. How are you, Джерри? Джерри, как? Ау, Джерри. Thank you.
Why do you not stop my... I look... You okay? Me too. Really, super, super fine. Yeah, thank you very much. For me, it is a good lesson. Me too. Мне приходилось работать, в армии был. И трудное было время, конечно. Но я говорил об этом, что вот я не ехал там на отдых где-нибудь, не покупал хорошую одежду, например, не тратил лишние деньги, короче, ни на что, не тратил на себя и тратил на армрестлинг. Там витамины покупал, на зал, и самое ценное, что я потратил это время. Я очень много времени отдал армрестлингу. Вот эти годы я практически не выходил из зала. Приходилось работать, конечно. Я работал на стройке, работал. На такси работал. Ну, много чем занимался. Ну, вот так. Надо стремиться к своей цели и добиваться всего. Но без борьбы, без пота и без самоотдачи не получается. Надо усердно работать не на себя и тренироваться хорошо. Надо. Еще надо с умом. Умом тренироваться и подготовиться. Все надо делать с умом, конечно. Кто-то думает, что это для меня это было очень легко, что я вот так родился таким большим, сильным. Немножко вырос и всех выиграл. Конечно, это не так. Когда я пришел первый раз в зал, я один раз не мог подтягиваться. И начал жим лежа делать 30 килограммами, бицепс 5 килограммов, 5-7 килограммов. И при том, что мне было там 18-19 лет. Я не был маленьким. 18-19 лет, ребята уже за 200 жмут. И... Так что это все. Когда я начал тренироваться, я за 5 лет уже выиграл в мир. 5 лет понадобится для того, чтобы вот, выйти на уровень. Но это не было легко. Ни для меня, ни для моей семьи. Потому что надеяться на то, что ты обязательно станешь чемпионом и добьешься чего-то, да? И на это ставить все, это очень рискованно и трудно. Если бы я не добился того, что я хотел, ну, не знаю, чем бы я сейчас занимался. Конечно, это большой риск, и просто когда ты веришь в себя и в свое тело, и веришь, что ты сможешь это, и все отдаешь, обязательно приходит результат. Может, с кем-то приходит рано, с кем-то приходит позже, но думаю, что обязательно. Приходит, когда ты много отдаешь своему телу.